Земельные участки под индивидуальное строительство получили уже более трети многодетных семей. Об этом сегодня рассказали журналистам представители областных властей. Всего с 2011 года в очередь встали больше 13 тысяч семей, нуждающихся в жилье. В этом году им выделят 800 участков, а в следующем планируют свыше 1000 строиться семьи будут в Тюменском районе. В этом году в деревне Падерино сформировано почти у нас 2000 участков. Вот первые списки на 200 участков у нас уже утверждены, мы уже с ними работаем, то есть уже семьям направляются уведомления. Добавлю, землю под индивидуальное жилое строительство в этом году выделят многодетным семьям и Ямало-Ненецкого автономного округа. Для них предусмотрено 155 участков в Заводоуковске.